Радостная новость из Тана группы «Арай». Участник дуэта и начинающий продюсер Респек Аташев стал папой. Молодой артист уже в третий раз забирает из роддома дочь. Тем самым, если верить сказаниям, Респек оформил себе путевку в рай, ведь отныне воспитывает троих дочерей. Желаем здоровья малышке и надеемся, что это вдохновит звездного отца на новые творческие свершения. Давненько не было хитов от «Араевцев». Кстати, о хитах. Поговаривают, что скоро выйдет в свет новое творение Армана Дюсенова, исполненное как раз Респеком и Медетом.